Всем привет! Сегодня я покажу вам три самых удивительных шедевра. Подпишитесь на канал и получите 30 лайков за видео. Я надеюсь, тебе понравилось видео, просмотрите видео до конца. Мой телефон громче, поэтому некоторые шейдеры нагрузки работали на моем телефоне. Используйте второй и третий шейдеры с более мощными телефонами. На наш канал приходят новые подписчики. Рад за вас, друзья. Пожалуйста, не пропустите видео до конца. Теперь на нашем канале будут отличные и интересные видео. Если у вас есть вопросы, оставьте их в комментариях. В описании оставлена ссылка для загрузки шейдеров. Свяжитесь со мной, если кто-нибудь захочет со мной поработать. Как видите, мой телефон слабый, такой проблемы было не было, когда АЗУ было 4,7 гигабайтов, как пользоваться телефоном. Дайте информацию о вашем телефоне, пожалуйста, оставьте комментарий, это важно для вас и меня. Также запишите, какие игровые моды вам нужны, если вам это нужно. Я просто кта и Майнкрафт я выпущу моды. Надеюсь, вам нравится мои видео, друзья. Я не могу представить Майнкрафт без шейдеров, потому что шейдер придает дому неповторимый эффект. Реалистичный эффект облаков и воды великолепен. Основная проблема – слабость телефона. Маленький, пожалуйста, подписаться на канал. Мне больше нравятся игры Майнкрафт и КТА, и я люблю играть. Я буду стараться выпускать для тебя новое видео каждый день. Вам нравится качество видео, друзья мои?